Друзья, всем привет! Сегодня я коротко покажу, как можно просто зарегистрироваться самостоятельно на платформе компании Elite Travel Group для начала и ведения своего туристического бизнеса в проекте «Зарабатывай, путешествуй». И также я покажу, как можно зарегистрировать своих потенциальных клиентов или помочь зарегистрировать своих агентов в будущем для построения своей базы данных клиентов и своих партнеров. Итак, вы находитесь на какой-то странице платформы сайта. Вот здесь с левой стороны вы видите в адресной строке название веб-сайт etg-travel.com. Можно быть здесь, можно быть на любой странице, неважно, где вы находитесь, в экскурсиях, в турах, в отелях. Везде, где бы вы ни находились, вверху, в правом верхнем углу, есть вот такая кнопочка с надписью «Войти». Если мы нажимаем сюда, то открывается такой квадрат, и внизу есть слово «регистрация». Мы переходим в регистрацию. Это первый способ, как можно попасть на страницу регистрации. Второй способ – можно просто в браузере набрать название сайта и после .com поставить вот такую вот палочку, прописать «registration», «html» и нажать «enter». Следующий момент. Вы, возможно, могли попасть на сайт через какую-то реферальную ссылку ваших друзей, знакомых. И, например, возьмем вот эту страницу «Работа в туризме, бизнес-предпринимательство». Да? То на самой странице есть клавиша вот, кнопки регистрации. Да? Здесь есть, ниже есть регистрация. Куда бы вы ни зашли, на любой странице, которая соответствует тому, что вы хотели прочитать, есть кнопка регистрации. Значит, перейдя по кнопке, мы попадаем опять на ту же самую страницу. Вот она, регистрация. Теперь все, что нужно сделать, придумать свой логин, то есть это ваш юзернейм, имя пользователя. Ну, например, я сейчас пропишу просто тест 45. Это будет мой новый юзернейм. Далее, электронная почта. Вы пишете сюда вашу электронную почту. Я пропишу тестовую электронную почту специально. Далее можно поставить галочку, можно не ставить ее. Это подписка на новости компании. Если вы хотите получать в электронном виде какие-то новости компании, которые мы изредка иногда делаем, то нужно отметить вот здесь галочки. Далее вы придумываете свой пароль. И видите надежность вашего пароля. Пароль можно будет всегда на своем рабочем кабинете позже поменять, поэтому для начала поставьте себе тот простой пароль, который вы запомните, но тем не менее рекомендую записать, обязательно записать его. Вот юзернейм нужно записать и записать ваш пароль, который проставили. Если вы хотите какой-то сложный пароль, чтобы он, так сказать, был надежный, то используйте знаки, символы, большие и маленькие буквы, видите, надежность меняется. Ну, я оставлю простой, потому что это тестовый простой пароль. Итак, далее вы выбираете тип аккаунта. Если вы клиент и собираетесь пользоваться платформой для того, чтобы приобретать здесь круизы, туры, экскурсии и так далее, вести переписку с отделом продаж или
с вашим ведущим агентом, турагентом, то нужно выбрать просто раздел «Покупатель-турист». Что дает регистрация для туристов, для покупателей-туристов? Дело в том, что каждый раз, когда вы заказываете на сайте какие-либо туристические услуги, ну, во-первых, компания сделает все, чтобы вы получили хороший сервис, чтобы вы получили самые лучшие цены, которые есть на рынке на сегодняшний момент, вот с помощью подбора специального, да, потому что мы используем как свои инструменты, так и инструменты наших партнеров, консолидаторов или поставщиков, которые предлагают свои услуги на нашей платформе. То есть всегда есть большая вероятность подобрать вам по лучшим ценам какой-то сервис, да, какие-то путешествия. Вот. Но не только это главное. Главное другое, что у вас идет накопительная программа. То каждый раз, когда вы заказываете себе какие-либо туры, экскурсии, круизы через платформу, не обязательно прямо в онлайн-формате, даже после переписки, например, да, с кастомер-сервисом, с отделом продаж, каждый раз у вас копятся поинты. И вот постепенно, значит, там прошел месяц, прошло полгода, прошел год, прошло несколько лет, вы раз за разом выбираете какие-то себе путешествия, туры, экскурсии, если вы часто путешествуете, то у вас накапливаются поинты, и эти поинты потом дают вам либо скидки большие, да, до 50%, либо конкретную сумму денег, которую вы можете использовать в те или иные мероприятия туристические, или же какие-то даже бесплатные сервисы, например, бесплатные трансферы, бесплатные экскурсии где-то по вашему маршруту и так далее. Поэтому вы можете регистрироваться здесь и вести вот такую свою историю заказов. Далее. Если вы агент или организация, которая хочет выступать агентом на платформе, то вы выбираете вот этот вариант, категорию. Если вы частный гид, хотите разместить здесь ваши туристические услуги на платформе, вы выбираете этот вариант. Или же выбираете агент организации, если вы хотите еще бизнесом заниматься параллельно. И потом дальше там отмечаете, что вы еще являетесь частным гидом. Мы будем показывать сейчас, как делается регистрация, вы сможете это увидеть. Также, если вы какой-то профессиональный туроператор или турагентство, то есть компания действующая, тогда вы выбираете вот этот раздел. Я сейчас покажу регистрацию на примере регистрации в раздел «Агент организации». Выбираем. Указываем «Согласен с правилами, терминами, определениями». Вы можете их прочитать здесь. Далее нужно создать вашу личную веб-страницу на платформе. То есть у каждого участника, у каждого агента, у каждого даже туроператора или турагентства при регистрации есть возможность создать свою страничку на платформе, вашу личную страничку. Потом покажу, как это примерно будет выглядеть. Ну, например, опять же, мы здесь прописываем тест 45. Сюда можно прописать имя или имя, фамилию, или просто какую-то аббревиатуру или название. Единственное, вот в конце не должно быть цифр, обязательно должно заканчиваться буквами. Вот тест 45 не подошел бы, нужно тест 45, тест, да, в данном случае. Все, теперь вам нужно выбрать наставника, то есть человека, который вам порекомендовал эту платформу, этот бизнес, либо у вас такового не имеется, вы пришли самостоятельно по какой-то рекламе, тогда вы, ну, можете выбрать любую фамилию, любое имя. Это на вас никак не отражается. Для людей, которые пришли от кого-то, естественно, вы здесь вписываете имя, например, Анастасия, да? Вот. И вот Анастасия Скорина. Ну, как пример, просто выбираете ее и под ней регистрируете. Ну, я выберу в данном случае свою фамилию, чтобы можно было потом этот тестовый аккаунт убрать. Поэтому
Вот таким образом делается здесь регистрация. Это первый способ. Защитный код. Дальше. Вы вписываете сюда защитный код 42NV6 и делаете следующий шаг, регистрируетесь. Я не буду двигаться дальше, потому что покажу, как та же самая регистрация работает, когда вы регистрируетесь по ссылке от вашего наставника, по реферальной ссылке. То есть, например, вам вот такую ссылку на регистрацию прислал ваш какой-то будущий наставник. Это может быть друг, знакомый или незнакомый человек, который вам предложил узнать подробности о бизнесе, и вы решили регистрироваться. Регистрационная вот эта ссылка, да, она будет выглядеть, заканчиваясь на вот такой код. Будет прописано AFF равняется, и в конце будет какая-то, опять же, цифра, которая у каждого персонально своя, свой, так сказать, регистрационный номер. Вот я сейчас прописал эту цифру, после этого нажимаю Enter, смотрите, что происходит. Сразу же появилось мое имя и фамилия здесь. То есть теперь уже выбирать наставника мне не нужно при регистрации, да, потому что уже все зафиксировано. И таким образом вы можете самостоятельно регистрировать ваших клиентов, ваших агентов, или же просто посылать ссылку, они могут регистрироваться уже, им не нужно из списка вас искать, или просто им не нужно выбирать какого-либо наставника себе, вы являетесь уже человеком, который порекомендовал им эту платформу. Итак, делаем все то же самое. Тест 45, электронная почта тест 45, собачка. travel.com. Еще раз подчеркиваю, это я просто пример делаю сейчас. Далее вы делаете ваш пароль, вводите, которым будете пользоваться. Два раза вы подтверждаете, выбираете тип аккаунта, агент, организация. Согласен с правилами. Здесь мы тоже пишем какой-то себе. Какой-то себе название вашей страницы будущей. Опять прописываем здесь сейчас security код. Делаем следующий шаг. Итак, мы первый шаг выполнили, теперь нужно заполнить личные данные, то есть регистрация уже есть, но она сейчас не подтверждена личными данными, то есть это просто создан аккаунт, но к этому аккаунту не привязан человек, не привязана личность. Итак, личные данные. Здесь вводится уже имя, фамилия. Ну, например, регистрируется Василий. Вот, на русском языке можно писать. Василий Петрович. Я специально сделаю и на том, и на другом языке, чтобы вы видели, что можно прописывать на обоих языках. Но лучше заполнять латинскими буквами, естественно. Василий Петрович. Для начала дату рождения не обязательно указывать, можете это сделать позже. Видите, там, где звездочки, это обязательные поля. Если звездочки нет, то это не обязательное поле, но, в принципе, можно указать, что родился человек, например, там, в 1984 году, в мае или там в июне месяце, 15 числа. Все, у нас стоит дата рождения. Ну, для того, чтобы мы не забывали вас поздравить с днем рождения. Дальше, если вы регистрируете компанию, организацию, то здесь можно указать название вашей компании, сразу же установить логотип компании и написать о компании, чем компания занимается и какое отношение она имеет к туризму. Далее, если у вас нет компании, эти поля не обязательны, их не нужно просто заполнять. Работаете вы частным гидом или нет? Да, нет. Если нет, то оставляем здесь, если да, ставим сюда. Значит, далее, страна проживания, город указываем, ну, например, это Урюпинск. Вот, опять не перевел на язык. Значит, переводим на русский язык. Урюпинск. Опять, как пример, просто взял, какой первый пришел в голову город. Далее, телефон.
вот в этой строке ставится в этом поле код страны, например, это плюс 7 Россия, потом там, например, 929, я не знаю точно сейчас, какой код я правильно указываю или нет, и потом какие-то вот цифры, да. Вот. Далее Skype, если есть, можно указать. WhatsApp точно так же можно указать этот же номер, или если у вас есть другой номер. Viber, давайте его тоже пропишем. 929-445-4677, да? Вот. И после этого вы можете о себе что-то написать. Если у вас есть личный веб-сайт, личная какая-то веб-страница, связанная с туризмом, вы можете здесь указать. Далее вы можете указать свои цели на год, для чего вы пришли в эту компанию, если вы пришли с целью, естественно, заработков, доходов. Этих полей многих нет у клиентов при регистрации. Мы сейчас говорим для той категории, приводим образец регистрации, который идет с целью начать свой бизнес на платформе, бизнес в индустрии туризма. Далее соглашаемся с политикой конфиденциальности, соглашаемся с договором регистрации пользователя, соглашаемся с договором о дистрибьюции. Здесь все написано, можно все это прочитать. И делаем следующий шаг. Все, произошла регистрация. Сейчас смотрим. На e-mail, который вы указали, придет подтверждение, поэтому обязательно проверьте, что вам пришел e-mail, чтобы наладить связь. Посмотрите обязательно в спаме, может быть, или в каком-то junk mail, потому что все-таки это автоматическая отправка, соответственно, иногда фильтруют роботы и отправляют это в спам. Поэтому первый раз нужно найти в спаме и вернуть это, указать, что это не спам, тогда почта будет вам приходить. Все, вы попали на партнерскую страницу. Видите, вас поздравляют, уважаемый, здравствуйте, Василий Петрович, и так далее. Здесь вы все можете уже почитать, с чего начинать, в чем заключается бизнес, работа, как строить свою, как планировать, как строить свою команду и так далее, и так далее, и так далее. Любые вопросы. Если вы сразу же хотите выбрать свой план карьеры, то есть выбрать, на каких процентах вы хотите начинать работать, вы можете перейти сюда. Здесь вы видите вашего наставника сразу же. И дальше вы выбираете. Вы хотите начать со ступени агент, не вкладывая нисколько денег, но имея минимальные проценты. Или вы хотите начать со ступени партнер, тогда вы переходите сюда. Менеджер, тогда переходите сюда. Руководитель, тогда выбираете это или это. Чтобы прочитать о каждой ступеньке, вот вы здесь читаете, чем они отличаются. Делаете вот так, если подробнее нажимаете, то... здесь, видимо... Так, почему она подробнее не раскрывает? Должна раскрываться подробнее, может быть, это у меня сейчас что-то на компьютере. Здесь подробно идет описание каждой ступени. Все, и когда вы выбрали необходимую ступень, то вы нажимаете «Продолжить». Дальше, если это платная ступень, то вы переходите к оплате, вводите, соответственно, вашу кредитную карту, вот использовать накопленные кредиты, это вот как раз для клиентов. Когда у клиентов есть кредиты накоплены, они могут их использовать. Так как у вас нет кредитов, то вы просто идете, и если у вас нет купона, опять же, купон это тоже для клиентов при оплате каких-либо услуг туристических. Если этого ничего нет, вы идете просто оплатить и переходите к странице, которая Secure, и здесь вы вводите ваши данные карты, номер карты, потом заходите оплатить, и происходит оплата. Автоматически дальше вас переведет на вашу страницу. Но, опять же, это в том случае, если вы решили сразу начать свою карьеру с какой-то ступени выше. Об этом вы можете прочитать вот здесь вот в разделе «Турагентам». Вы можете зайти... нет, на партнерской странице, извиняюсь, вот здесь... У вас есть, да, вот. Работа в туризме, предпринимательство. Вот на этой странице вы можете прочитать, кому и зачем нужно двигаться по карьере, начинать бизнес с других ступеней. Вот, кому выбирать агенты, кому идти сразу в директора или в
в организаторы. То есть все зависит от того, к какой категории вы относитесь: предпринимателям, просто домохозяйкам, агентам, или же к людям, которые профессионально разбираются в туризме, могут как турагент работать, обслуживать своих клиентов. Это все вы можете почитать вот здесь на этой странице. Ну и дальше у вас появилось меню. Вы теперь вот видите в черной вот этой полосочке есть меню, инструменты для работы, обучение, новости, отчет, инвойс, архив, сообщения, персональные данные, партнерская страница. То есть это ваше рабочее меню, это ваша партнерская, так сказать, ваша партнерка, на которой вы будете дальше контролировать весь свой бизнес, свою структуру, свою базу данных, все свои доходы и так далее. Также вы здесь видите ваш номер учетный, вот, который вы будете использовать в реферальных кодах. Реферальные коды можно сразу же найти на партнерской странице, вот получить реферальные ссылки. Да, вот сюда заходите и сразу же получаете уже ваши персональные реферальные ссылки. Вот так они прописываются. Здесь есть примеры. Все, на этом пока все. Единственное, значит, важно сказать, вот сейчас я сделаю логаут, выйду с учетных данных. И еще раз просто хочу продемонстрировать. Для того, чтобы регистрировать по реферальной ссылке, обязательно в конце любой страницы, которая есть на сайте, а именно непосредственно вот этой регистрационной страницы, вам нужно прописывать ваш реферальный код, чтобы ваши будущие агенты, ваши будущие клиенты регистрировались непосредственно под вами. То есть как только выбираете тип аккаунта агент организация, да, то нужно либо искать наставника здесь, и без этого невозможно зарегистрироваться, либо вам нужно прописать это сразу же вот в этой как раз адресной строке равняется и проставить ваш номер. Тогда, перейдя по этой ссылке, сразу же появляется, кто является наставником. Это просто напоминание. Спасибо за внимание. На этом все. Коротко была информация о том, как просто сделать регистрацию.